иди, говорит, стань лучше воином. Только будешь фигвами отдельно спать. Я не хочу отдельно фигвами спать. Что мне делать? Как мне стать лучшим воином в нашем племени? Великое племя Ютубча. Я понял. Понял. Нет, я не понял. Вождь, подскажи, ты же такой самый великий наш вождь, самый известный вождь, быстрый Вендер тебя называют, а я просто вы большой пиксик. Я понял, у меня есть замечательный. Боевая, духовая, плевательная трубочка. Вот я натренируюсь ей. Буду великим воином. Правильно? Нет, неправильно, большой писель. Понесешь мне с охоты 10 зайцев. Ну вот, зайцы, они такие быстрые. А я большой пиксель, я медленный. Я пока этого зайца поймаю. Ну что это? Что же мне еще поможет? Я знаю, мне поможет. Верный. Ножик. Ножик. Верный охотничий нож. Точно. Пойду на охоту. Стану великим воином. Правильно? Нет, неправильно, большой пиксель. Понесешь мне с охоты 5 койотов. Ну, койоты. Ну, они такие противные. Я не люблю. Койоты эти. Ну, что это? Может, не мой верный лук. Лук мой верный, меткий. Колчан со стрелами. Так натянул стрелу. Как белки в глаз. Шендерех. Стану великим воином. Правильно? Нет, неправильно, большой пиксель. Принесешь мне с охоты шкуры бизона. Бизона. Они такие большие. А я хоть и большой пиксель, но меньше бизона. Они очень большие. Я не знаю. Что же мне поможет? О, боже. Посмотри вдаль на ютуберские равнины. Что ты видишь? Ютуберские наши равнины? Что там у нас? Боже, там какие-то на горизонте люди. Сколько их много? А кто это? А что это? А где это? Правильно, вот они тебе помогут. Потому что это подписчики Титана и Хаммера. И сегодня их 8000. Ура! Ё-моё, ура! Вот это да! Точно, мне это поможет. А это мы. Титан и Хаммер. Не, я не буду переодеваться. Пока. Это мы индейцы. Вот. Ну, мы, конечно, как опять, как обычно, опоздали. Уже у нас не то что 8 тысяч больше, но на каждую тысячу обещали до 10 тысяч. Мы выполняем. Всем спасибо, кто подписывается, кто смотрит нас. Мы будем стараться делать интересные видео, смешные сценки. Всячески будем тоже стараться улучшать все это. Вот. В общем, еще раз всем спасибо, что есть, пишите комментарии, ставите лайки, комментарии хорошие, с критикой спасибо, только не ругайтесь, в смысле плохими словами нецензурными, это забаним всех. Поэтому вот,
В общем, всем еще раз спасибо. Всем пока. Всем пока.